Хоккейная команда «Ангел Сибири», где основной состав – это игроки 2004 года рождения, стала победителем первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов среди юношей до 17 лет. Ребят поздравили в администрации Тобольска. Для парней это серьезный прорыв. В прошлом сезоне «Ангелы» были четвертыми. В этот раз тобыляки одержали победу досрочно за 4 игры до конца соревнований. Команды бились, было пару достойных команд, с которыми мы играли на высоком уровне. Команда у нас очень сплоченная, все друг с другом дружат. Тренера у нас учат всему, дисциплине не только на площадке и на льду, а и в жизни тоже. Следующий этап – юниорская хоккейная лига, группа сильнейших. В ней принимают такие команды, как «Авангард» город Омск, «Трактор» Челябинский, «Металлург» Магнитогорск. Это гранды нашего хоккея. И очень хочется с ними наконец-то скрестить, как говорится, клюшки у нас в Тобольске. Мы этого, к этому идем на самом деле, чтобы Тобольск увидели на карте хоккейной и показать им, что есть такие хоккеисты Тобольска. В мае ребята начинают тренироваться по-летнему. 1,5-2 месяца у парней будет перерыв в занятиях на льду. А уже 1 августа спортсмены выйдут на сборы, готовятся для завоевания новых побед.